вот ветки все. Ну, они уже стволы-то утянули. Они в канал все это сбросили. Ну, да, в какой канал? А то здесь канальчик. Да, да, вот надо найти. Вон он, да. А зачем они их тут рубят? А как? Так спрятать легче. Да, вот же ветки, все, видите, да, а внизу да, канальчик. Да, а тут стояли тоже большие деревья. Сейчас остались ветки, а большие не попрятали. Вот, видите? Угу. Это остатки от деревьев. Да, 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 с 6 утра они тут пилят каждый день, чтобы мы никого вот не видите вызвали. Мы сейчас на цветке, да, тот, который, если ты сливала спуститься... Вон опиленный этот. Это тоже большое. Разве ему тут 30 лет? Разве этому... То есть они эти будут пилить? Ну, судя по всему, подготавливают. Это что тоже? Гляньте, какой. Ага. Гляньте, сколько веток всего. Это же здесь вязы были. Вязы тут, конечно, да. Конечно, конечно. Это вяз. Это ива, вяз. То есть эти те самые деревья... Ну, они на берегу растут, вот видите. А, тут закрыто какими-то. Эй, люди! А вы чего тут пилите? А что вы пилите? А? А что, разве можно пилить? Это же пляж. Можно, а кто? Разрешение у вас? А от кого разрешение? Вот там дальше стоит красная семерка. Все вопросы сюда, я вообще ничего не знаю. Приказ выпилить весь берег, что ли, деревья? Я не знаю вообще. Мне сказали вот здесь пилить, я пилю здесь. Я мало что. Мне сказали пилить, я пилю. Я рабочий, я ничего не знаю. Ну там где-то дальше вообще белое такое, два флага торчат. Вот мы от этой организации вообще там. Там самое главное начальство. Мы вам в другом месте пляж намоем. В каком? А я им тоже говорю, говорю, а где? Нельзя же где ни попадя намывать. Это же эти самые размывательные работы же, или как они там называются? Ну да. Ну потому что нельзя просто работать где ни попадя, земснарядом. А там у нас дальше получается насосная, дальше получается паром. Там вода и так не в этом дело. Паром, дальше... бывшая пристань, а дальше вообще 500 метров от устья вообще никаких работ нельзя проводить, нельзя изменять русло реки. Понимаете? А там устья это у нас кто? Тут пляжа нигде больше не будет. Да. А люди здесь по 20-30 лет у нас отдыхают. И опять все. Они сюда приезжали и всю жизнь, и потом каждый год с воспоминаниями приезжают с хорошими уже с детьми, с внуками, со всеми. Живут он и дикарями, и по-разному. А тут не страшно, нет? Да вот спокойно ночевать. Нет. Да что? Да, вот чувствую. Тут все палатки. Да? Ничего, у нас тут спокойно. Построить да, это бесполезно. Дамбу, чтобы мертвый Донец вода заходила, промывала мертвый Донец. Так денег нет. А как гидроузел строить, так где не находится. Слушайте, а мертвый Донец, какую реку? Там же тины, вот так вот. Так вот, ну хоть один же предложил, я не знаю, кто, построить дамбу, чтобы часть воды из Дона промывала мертвый Донец. Денег нет. Вот такие же здоровенные деревья. То есть все надо вот это... указать, что канал засрали. Да, канал что туда засрали. В канал все сбросили. Ты вон, видишь? Расходы по бюджету.